Красотули! Мои красотули! С вами Лаки Бобо! Ребята, вы это сделали! На предыдущем видосике мы собрали больше 15 тысяч лайкосиков! Вы просто молодцы! И, конечно же, я выполняю свое обещание и выкладываю сегодня видосик! И вообще, всем своим красотуням хочу сказать спасибо за поддержку! Ребята, сегодня мы посмотрим трейлер к «Монашке 2» и порассуждаем, что такое с монашкой произошло. Ну что, начнем? Или нет? Что-то я забыл сделать. Вот только что. А, сейчас помню. Точно, давайте посмотрим, какой процент смотрят мои видосики без подписки. Давненько не заглядывали. И это уже... Та-да-да-дам! 60% без подписки! Ребята, вы серьё? Чтобы сократить этот процент хотя бы до 50. Только тогда я открою подписчиков на канале. Надо всего лишь жмякнуть эту красненькую кнопочку подписаться, и она станет серой. А у меня процент станет меньше. Все легко и просто. Давай, прямо сейчас жмякни эту красную кнопку. Жмякнул. Отлично. А сейчас хватай вкусняшки. И мы начинаем. Начинается. И песенка у нас такая веселенькая. А кто это? Может, монашка в молодости? Ну вот, нормальная монашка была. Опа! Монашка-стройняшка стоит, наблюдает за кем-то. Ой, какая прелесть! Котики и зайчики! А монашка любит животных, оказывается. Точнее, любила. Это же воспоминания. Так-так-так. А это задний дворик. И монашка потопала куда-то. А это монашка с дочкой? Стопэ, сын? В песенке сказали сын, но тут же девочка на фотке. Или меня заслепила? Нет-нет, это девочка. И это дочка монашки. И с ней случилась какая-то трагическая история. Только какая, я точно не знаю. Ребята, кто знает, напишите в комментариях, что случилось с дочкой монашки. Ну вот загадочки-загадочки пошли. Сейчас все будем разгадывать. Гоу дальше смотреть. Систер Медалин. Так зовут монашку. Отлично, вот и познакомились. Не прошло и 3 года, ха-ха. Так-так-так, она что-то задумала. Она задумала книжечку почитать. Монашка, а ты моднявая? Очки зачетные у тебя. У нас сейчас такие носят, ха-ха. Что-то она обеспокоена чем-то. Наверное, читать не хочет. А тут она стирает свои плохие воспоминания. И все-таки заставила себя почитать. Правильно, читать полезно. А тем временем воспоминания догорают. Все, психи пошли. Наверное, что-то вспомнить хочет, но не может. Походу, она сейчас взорвется. Фоточка догорела, и воспоминания улетели. Ого, вот это уверенная походка. Лучше сейчас монашке под руку не попадать. Вот очень интересно, что там за этой дверью. Давай-давай, открывай. О, а она там кого-то прячет. Так, кто-то забился в уголок. По-моему, это девочка. Ну все, держись, девчуль. Монашка не в духе. Ща она тебя отчитает. Понятно, монашка уже стала злой. Давай-давай, показывай. Кого ты там еще прячешь? Ого! Вот это кто такое? Или что это такое? Жесть просто! Не хотел бы я стать питомцем монашки. Бррр, аж мурашки побежали. Она ее так прикольно гладит. И милашкой называет. Ха-ха! Все, пошли походу на прогулку. Остальных-то чего не взяли? А эта курочка прикольно двигается. Вот, по-моему, эти курочки не будут с нами дружить. А сейчас посмотрим кусочек с игры. Мы появились в комнате. И наша будет первая задача выбраться отсюда, чтобы эти монстрики нас не заметили и не раскудахтались. Тут должно быть еще что-то интересное. О, я же говорил, что-то нашли. Ружье-табуретка, ха-ха. Ну, лучше хоть что-то, чем ничего. Посмотрим поближе курочек. Капец, блин. Страшно красивые. Одна красивее другой. Интересно, а что будет за дверью? Так, выходим. Там милашка охраняет спящую монашку. Итак, судя из того, что мы узнали о монашке, она была хорошей. И, кстати, может, даже совсем не была монашкой сначала. А потом у нее произошла трагедия с дочкой. И она не выдержала и пошла в монахини. Далее она потихоньку сходила с ума и решила заключить сделку с дьяволом. И вот после этого началась веселуха, как говорится. Она у дьявола загадала желание, и у нее появляется кто?
правильно, рот-бутерброд. Чудо-мальчик, о котором монашка, кстати, даже и не заботилась. Видимо, дьявол делами закидал. Вот и времени не было на воспитание сына. Ну, конечно же, кто бы сомневался, что так просто дьявол желание исполнять будет. Судя по трейлеру, мы попадаем в прошлое монашки. Еще до того, как она украла детей и держала их в прачечной. Хотя это не точно. И тут, я думаю, может быть какая-то связь. Вот по-любому будет интересно. Все, ждем с нетерпением игру. Тем более, дата выхода нам уже известна. И это... Та-да-да-дам! 4 декабря! Осталось совсем немножко подождать. Ребята, вот такая реакция и история к трейлеру «Монашки» у меня получилась. Всем, кому понравился видосик, оцените его. Ну и можете поделиться этим видео с друзьями. И еще я знаю, что вы очень просили пройти до конца первую часть «Монашки» и спасти ребят. И, конечно же, я это сделал. И совсем скоро выйдет видосик. Я думаю, это хорошая новость для всех любителей «Монашки». И еще, ребятки, ваши комменты будут в следующем видео. А на этом все. Всем пока! Пока-пока! Локи, ты слышишься? Нет, я научился разговаривать как монашка! Ха-ха! Чего ты злишься? Ты злой Бэтмен? Человеки, вы чего? Вам что, заняться нечем? Человек, ты что задумал? Ну не злись. Ты злюка? Ты бываешь такой злюка? Ну, настроение бывает разное. Человеки, вы чего? Вам что, заняться нечем? И я так помычу. Поддержу человека. Вы разговариваете? Это же не разговор, а непонятно что. Как Локи у нас разговаривает, когда злится? Локи? Ну, иногда злюсь. Нет, злюка? Я не злюка. Совсем не злюка. Совсем нет. Что он собрался делать-то, а? Вот зачем ты так делаешь, человек? Ой, я не удержал. Сейчас будет... Спасибо за подсказку. Сейчас покажу класс. Ха-ха, напугал, напугал. И валим отсюда. Блин, меня поймали. Дайте я... Человек, хочешь еще? Достали вы все меня. Ха-ха, ну ладно, ладно. Давай поиграем. Давай, давай, поактивнее. Человек, ты чего кричишь? Напугал, блин. Ой, пальчики. Обожаю с ними играть. Ребятки, в этом видео ни один человек не пострадал. Мы так играем.